Всем огромный привет! Сегодня я вот такая красивая буду, потому что у нас сегодня влог, поэтому никакого монтажа, никаких купюр, буду я вот такая красивая с патчами под глазами. На самом деле я сейчас собираюсь на встречу выпускников, мы решили с ребятами организоваться, и как-то у нас так совпала эта вечеринка с вечеринками Хэллоуин по городу, так что я думаю, что будет сегодня веселая ночка. Блин, у меня один патч почему-то вот под этим глазом постоянно съезжает. Кстати говоря, по поводу патчей, сейчас вам покажу. Патчи у меня корейские, вот компании Secret Key, Gold Raccoon, золотой енот, в общем. Очень популярные на YouTube патчи, очень многих девчонок их видела. Вот они наконец-таки до меня доехали, вот эти самые патчи у меня. Вот, также потом позже расскажу еще о своем заказе. У меня там корейская косметика, еще кое-какие бестселлеры. YouTube бестселлеры. В общем, что еще рассказать интересного, какие у меня новости? Вот я собираюсь. На самом деле, мне часа через два, наверное, надо быть уже на месте, при учете, что у меня не снято видео. Я не знаю, как я все буду успевать, потому что, в принципе, два часа для меня это вот чисто сейчас вот начать краситься, собираться, посушить волосы и выйти. Ну, посмотрим, что из этого получится. В принципе, если я не буду в помещении снимать шапку, то, наверное, я буду как эта женщина-кошка. Вот. У меня даже есть костюм на Хэллоуин. Кстати, по поводу Хэллоуина, я ребятам взяла вот такие штучки, когда последний раз забегала в Фикс Прайс. И... Нет, это не мой автобус. В общем, вот такая вот я милая в свете огней вечернего города. И, в общем-то, сейчас, надеюсь, быстренько придет какой-нибудь транспорт, мне не придется мерзнуть, и ребятам не придется меня ждать, потому что столик забронирован на меня. Вот. Но я надеюсь, они догадаются, что нужно назвать мое имя. А вдруг нет. Вот, в общем, полетела. Влог у нас сегодня будет такой, скажем так, незамороченный. Буду снимать с руки, скорее всего, потому что селфи-палку мне положить некуда. Я складчик, ну там не видно вон цепочки. Ой, по-моему, мне переходить, да, на ту остановку, на дальнюю. Вот, в общем, по поводу этих штучек, не знаю, если там их нужно будет приклеивать чем-то, еще что-то мы, конечно, уже не сможем. А я не догадалась открыть и посмотреть заранее. Thank you.
Вопрос. А мы обязаны выбирать мэра? А? Не, мы сейчас у нас нету мэра. Мы сейчас мэра не выбираем, потому что нас очень мало. У нас есть только депутат. Депутат. Да. А сейчас все конфискат. Когда мы каждого спрашиваем, он типа, я не мафия. Никита. Мне штраф нужен. Никита. Да. А вот, знаете, я... В общем, каждого спрашивают. Каждого спрашивает, вы мафия? Нет, я не мафия. И дальше уже как мне не понравилась его реакция. А тут мы обсуждаем. То есть мы сейчас, получается, должны кого-то убить. Просто а, так, да. Потому что он нам не нравится. Но вы можете, естественно, с друг другом взаимодействовать, говорить прямо сейчас. Вы все скажете, мы выявлять, так сказать, человека. Ну что, вы против? Ну и может она... А, она! Она не на ушко. У нее справа сидит иммунитет. Ну, и поэтому она мне шепчет на ушко. Подумай, важно. Это все она, как бы тут собрать. А кто мафия-то вообще? Мы играем в мафию. Геля, кто мафия? Все. Все мафия? Ты всех убиваешь? Давайте когнем Алексея. Он не мафия. Потому что на человеке. Это то, что может убить Настю. Они новенькие. Вы должны их пустить в коллектив. А потом когнить в коллектив. Да, всем пиздец. Нет, давайте заканчиваем. А Николай должен против Александра. Да, это тут, конечно, мой кажется, позже. Николай, ты кого вообще? Кто мафия? Ты? Конечно. Неправда. Конечно, что я мафия. Ванила Мария. А я не знаю, за кого. Нет, никого не выберет. Валера себя выбрали? Нельзя. Валера. Выбери жертву. Я. О, ну нормально. Офигеть. Хорошо, я за Валеру. Вот это поворот. Ангелина. Да, ты. За кого я голосую? Повтори, пожалуйста, на камеру. Если мы ее убьем, то у нас больше не будет красоты. Да? У тебя? Да. Ты меня видишь? Да, я просто в ответ на тебя и все. Это наша фишка. Что вы сперли нашу фишку? Ну что ж, у нас на окончательное голосование выходит два человека. У каждого из двух человек есть право финального голоса. Валера, давай. Валера, мочи. Вам слово. Нет, я на самом деле очень интересный персонаж, мне очень интересно поиграть. Я не мафия, я серьезно могу сказать, а почему... Можно? Ну, я же могу любое говорить, да? Да. Что? Да, только я не почему? Хочу сказать, что я да. Почему я проголосовала против Коли? Потому что, когда Саша сказал на него, и Коля сказал, что проголосует против Саши, тем не менее, они оба проголосовали против Валеры, и, ну, мне как бы это показалось... Если честно, немножко странно, ну не знаю, может быть, конечно, было шуточно, но все равно для меня это было. Я, конечно, могла пригласить Сашу, чтобы у него было два пальца, но тем не менее мне больше как-то вот Коля зацепил. Но я не мафия, я интересный игрок, мне хотелось бы еще поиграть в своей роли. Спасибо. Ну что ж, приступим к финальному голосованию. Валера и Мария не голосуют. Всем доброе утро, точнее уже день. Я сейчас бегу в центр, поеду и по планам пойти на выставку в Эрмитаж. Я вот сюда такая уже бодренькая. Ну, конечно, видно, что по лицу видно, во сколько я вчера легла, точнее сегодня. В общем, мы после мафии еще погуляли, повеселились. И дома засыпала я уже часов, наверное, 7-8. Мне еще так долго не спалось, как-то вообще... Не уснуть было. В общем, дошли мы уже до дворика Эрмитажа самого, вот, на заднем фоне Эрмитаж. И представляете, какая у нас культурная столица. Все пришли сегодня в воскресенье в музей. Вот, там очередь мы уже благополучно практически преодолели. Надеюсь, что в ближайшие минут 15 мы уже зайдем, потому что иначе я больше не выдержу. Моя тяга к культуре закончится на этом. Кстати говоря, я сегодня ехала в метро, и там были вагончики, как раз-таки сделаны под Эрмитаж. Есть еще, по-моему, под станцию метро Маяковская. Вот. Такая красота. Тот самый случай, когда ты живешь в музее. В стороне музея экономят свет.
кризис в стране, поэтому разглядывайте в потемках. Не, ну серьезно, это как бы вообще нереально что-то тут рассмотреть с таким освещением. Честно, камера, кстати, хорошо передает, насколько здесь темно. А вы представляете, что здесь ночью? Тут вообще как при царе, наверное. Так же, все плохо. Вообще вот так вот смотреть сложно, что при таком освещении. Это, видимо, сделано, чтобы никто не ходил смотреть французское прикладное искусство. На Дворцовой площади образовалась пробка из карет. Стивит из окна очень классно. А вот интересно действительно, как здесь было жить? Смотреть на площадь. Круто, я скажу. Я бы не отказался. Ну, конечно. Тут нашли небольшую экспозицию всяких бьюти штук. Середина 19 века, вот именно так ухаживали за собой знатные особы. Ну, честно говоря, качеством зеркала я недовольна. Мне не нравится. Вообще, я не знаю, что они там видели. Ну, так, в принципе, интересно. Я бы хотела, наверное, такую расческу. Вот это очень похоже на кисточку для бровей, которую Лена Крыгина рекламировала. Вот что это, я вообще даже не представляю. Дальше тут. А это уже, наверное, мужские все прибуды. Не знаю, конечно, они что использовали. Тоже зеркало сомнительное. Мы нашли какую-то непонятную лестницу деревянную, но она ведет наконец-таки на третий этаж. На выставку, на которую мы и пришли. Слава богу. Сюрреализм. Сюрреализм. А я думаю, почему импрессионист был Сальвадор Дали?